Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП, первый сир. Не забывайте вводить моник при регистрации, моник Кирилл Путбулови. Если вы идете моник при регистрации и прокачаетесь до третьего уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я дам вам. Поэтому для этого вводите моник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новое видео, в это видео я хочу подарить Рыжику Волгу. Я вас спрашивал, что с ней сделать. Вы писали мне в комментариях, чтобы я ее разыграл, эту Волгу, но я не вижу в этом смысла, потому что она довольно-таки недорогая, и я не знаю, я такой, чтобы лучше ее подарить какому-то рыжику. Но если вы захотите, давайте вы набираете на это видео 50 лайков, если наберете, то я разыграю вот этот УАЗик для вас. Он тоже довольно-таки прикольный, стоит он почти миллион, поэтому я считаю, что УАЗик будет разыграть более, знаете, интереснее, чем Волгу. Поэтому, пацаны, набирайте 50 лайков, и я разыграю УАЗик. Ну а сегодня эту Волгу прекрасную я хочу подарить какому-то рыжику. Какому-то рыжику, которого я найду случайным образом, просто буду ездить, кататься и находить рыжиков. Но чтобы ее передать, получается, нужно будет на рынок приехать и выставить ее за минимальную сумму, получается. И нужно, чтобы у рыжика был паспорт и права. Я думаю, получится интересное видео, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я сажусь в машину и еду искать рыжиков. Короче, пацаны, это полная жесть, я уже катаюсь долгое время, я уже был и на ферме, где я только не был, и никого не могу найти. Кому я могу машину подарить, понимаете? Просто люди либо просто убегают, либо машину начинают бить. Я не знаю, что вообще делать. Вот, кстати, чувак квест выполняет, давайте, может быть, ему подарим. Вот, реально, чувак квест выполняет, давайте, может, у него спросим. Хотя он уезжает, да, видите, просто все уезжают, никому не подойти. Просто, блин, ни с кем даже не поговорить, просто все ездят. Уезжает там и так далее. Вот какой-то Дима. Давайте посмотрим. 93 у него ID. Какой у него уровень? Давайте посмотрим. Так, у него 3 уровень. Давайте напишем Дима. Давайте посмотрим, он мне ответит вообще или нет. Просто, блин, я реально хочу кому-то машину подарить, но никого вообще нету. Я не знаю, с кем можно вообще договориться, кому можно тачку подарить. Я думал, это будет как-то, ну, полегче на самом деле. Так, давайте спросим. Так, он хочет ко мне сесть. А, привет. Привет. У тебя... есть машина. Давайте спросим, у тебя есть машина? Посмотрим, в чем он ответит. Нет. А есть паспорт? А есть паспорт, давайте спросим. Если у него есть паспорт, то мы сможем ему подарить эту машину. Я реально хочу просто эту тачку подарить, потому что, блин, для новичка, мне кажется, это просто охрененная тачка. У него 3 уровень. Тачка просто в тюнинге с нитросиком. Давай. Сейчас, короче, поедем на рынок, и я ему подарю эту машину. Все, наконец-то, пацаны, я нашел того человека, которому я могу ее подарить. Потому что я искал долго. Вообще, какие-то странные люди просто бегают, не хотят общаться там и так далее. Я не понимаю таких людей. Я хочу ему подарить тачку. Думал, я хочу ему продать ее. Нет, я хочу подарить. Она на дисках, она с нитро там и так далее. Для него это будет отличная тачка, чтобы передвигаться, мне кажется. Поэтому я думаю, он будет рад. Посмотрим на его реакцию вообще. Я реально, пацаны, долго искал. Я думал, найти человека, которому подарить машину, это легко. А на деле, блядь, это сложно, пацаны. Это реально сложно. Потому что какие-то люди необщительные на серваке играют. Реально, я к кому не подходил. Ох, какие жесткие лаги, ебать его в рот. У меня только что 1 FPS был, ебать. Я чуть не охренел. 1 FPS, пацаны. Чё за бред просто? Чё за... О, попустило. Чё за лаги, ебать? Машин вроде бы не так уж много. Так, у него, походу, зависло, да? Фух, его попустило, пацаны, по-моему. Все, даем ему 10 тысяч. Так, выставить за 10 тысяч. Так, покупай, братан, машину. Пиздец, ебать он тупит. Я ебу просто. И кто мне ее купил? Так, Дима, Дима, ты ее купил? Так, я надеюсь, еще Димон купил. Нет, пиздец просто. Просто пиздец. Я просто реально в шоке, блядь. Ну как так можно тупить? Я ее купил. Он просто еблан, блядь. Какой у него уровень-то? 284-й, пидорас. Так, 284-й. У него 7 уровень. Короче, ебалась он в рот. Я дам этому чуваку просто деньги и все. Просто я дам ему деньги и все. Да, не получилось ему подарить машину, но я ему хотя бы денег накину и все. Потому что мне реально жалко. Чувак, блин, я думаю, надеялся, что я ему машину подарю. Я просто
в ахуе. Ну, блядь, ну реально чувак тупой просто. Не успел реально ничего сделать. Давайте мы накидаем деньжат, хотя он в АФК уже одну минуту находится. Ну, в принципе, похер. Я накидаю ему там 1150, чтобы он потом смог себе машину купить. Блядь, реально очень обидно, сука, что в итоге машину забрал не этот чувак, а другой. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Извините за мои маты. Ну реально бомбит, потому что я хотел именно машину подарить Диме, а не тому Павелу, или как его там, гандон ебаный просто. Извиняюсь, пацаны, за маты. Ну реально бомбит, уже не первый раз такая тема, я вам серьезно говорю, просто я вам этого не показывал. Уже не первый раз такая тема, я не знаю, как подарить машину можно не через рынок. Кто знает, как можно подарить машину не через рынок, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я, честно говоря, не знаю. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. We'll be right back.